Установившаяся сегодня солнечная погода благоприятствовала проведению мероприятий по санитарной очистке населенных пунктов Кашхабского района. На субботник вышли все, кто изъявил желание сделать свой район чище и уютнее, внести свою лепту в общее благоустройство малой родины. Это трудовые коллективы бюджетных организаций и предприятий района. Подавали всем пример работники администрации района и поселений. Основной упор во время субботника был сделан на уборку северного объезда улока Шихабль, зону отдыха вдоль реки Лаба, включая беседки. Участники мероприятия славно поработали, собрано было достаточно много мусора. Уважаемые жители Кашхабского района, наступают майские праздники, в связи с этим хочется обратиться к вам. Берегите природу и уважайте труд людей, которые убирают наши с вами зоны отдыха.